всем привет. Хочу записать небольшой влог, пока иду за машиной, потому что сегодня дел так много, заканчиваются праздники, завтра на работу. Как бы это ни печально звучало, только недавно был Новый год, и уже все рождественские праздники пробежали. Но в этом нужно тоже искать свой плюс, потому что окончание новогодних каникул означает о том, что совсем скоро весна, не за горами. Скоро 14 февраля, потом 23 февраля, 8 марта, и вот уже весна. Хотел по названию видео, наверное, с вами поделиться о том, что я вчера поудалял всех ненужных мне людей в социальных сетях, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграма. Потому что, я не знаю, напишите мне в комментарии, как бы вы поступили и как вы поступаете с такими людьми. Ну, кто-то говорит, что нужно проводить чистку каждый год или там как-то раз в квартал с теми людьми, с которыми ты не общаешься, нужно вот эту обузу всю, так скажем, удалять. Потому что, ну, зачем эти люди вам нужны? Ну, я так посчитал. Люди, которые не поздравляют тебя ни с днем рождения, они не знают, когда оно у тебя. Они не знают, когда у тебя радостные события в жизни происходят, когда печальные. Они не поздравляют тебя ни с одним праздником, ни с Новым годом, ни с Рождеством. Да ни с чем, так скажем. Они появляются в твоей жизни очень редко тогда, когда им это надо. Или показать, что через год, о, я же друг, я же здесь. Я считаю, что такие люди... они абсолютно не нужны. Спустя какое-то время у меня, конечно, был первый валовый такой удаление таких знакомых, которых, когда ВКонтакт появился и все остальные социальные сети, наверное, это 2002 год, 2000-й. Много людей там были с теплоходов, когда я работал, туристы, которых 300 лет мы уже не видимся, не общаемся. И они мне не пишут, и я им не пишу, я этих людей удалил. А вчера я удалил тех бывших друзей, с которыми я якобы общался, которым я каждый год поздравлял с днем рождения, поздравлял с Новым годом, поздравлял с Рождеством, писал открытки, любые видео поздравления. Но шел, так скажем, первым на контакт. К сожалению, тогда, когда я удалил из Одноклассников и социальных сетей свое день рождения, и в этом году я специально, так скажем, может быть, это плохо, но я специально не стал поздравлять никого с Новым годом. Думаю, кто меня поздравит, тому я отвечу. И вот, наверное, это сподвигло удалить тех людей, которых даже, так скажем, которых я каждый год поздравлял с Новым годом, Рождеством, меня просто люди не поздравили. Ну, поэтому я подумал, зачем мне такой балласт нужен, который люди не поздравляли, который люди не писали, забывают о тебе. И моя подруга Катя Азанова, она, в принципе, правильно сказала, не стоит насиловать людей своим общением, если они этого не хотят. Не стоит присутствовать в их жизни. Поэтому я все-таки решил это сделать, удалить. И самое странное, что... когда я сделал пост в социальных сетях везде, написал, что, уважаемые друзья, прошу на меня не обижаться, удаляю всех тех людей, которые не присутствуют в моей жизни ни в виртуальной, ни в реальной. Я вчера говорил об этом видео, но просто сегодня немножко поподробнее, так скажем. Вот, и сделал везде репосты вот эти в социальной сети, вот эти объявления. И в течение дня у меня вот это сообщение висело. Кто-то стал ставить лайки, кто-то стал поздравлять с Новым годом. Ну, как-то очень странное такое поведение. Уж если ты не поздравил с праздником, уж лучше ты, так скажем, не поздравляй. А самое главное, что большинство людей с тем, с кем я общался, да, они, получается, они начали писать. Те люди, с которыми я общался. Ой, извини, там, я думал, что ты меня удалил. Я думал, типа, ты против нас ввел какие-то санкции. Ну, знаете, ну так вот, это очень все смешно.
те люди, с которыми я общался, конечно, они стали переживать. А те люди, которые даже... И самое главное, что те люди, которые написали, с теми я общался, вот как. А те, с теми, с кем я не общался, те и не написали. Тем и без разницы, как я и написал в конце вот этого поста, что вам, по сути дела, без разницы. Ну, я думаю, что ни они, ни я много не потеряли. Просто лучше пусть у меня из 1300 друзей в социальных сетях останется 50. И лайков и в Инстаграме, и в комментариях всяких там, и в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке будет 5. Или там 10, или 18. Но, по крайней мере, это будут люди, которые действительно интересуются моей жизнью. Не просто так пролистывая, знаете, ленту, просто ставить лайки, а в лучшем случае просто пролистать мимо, так скажем, и даже не удосужиться нажать пальчик. Не поддержать тебя ни в развитии канала, ни в развитии там каких-то твоих событий. Ну, о чем говорить? Ну, я думаю, что вы поняли. Поэтому я хотел с вами поделиться и спросить, как вы поступаете в этих ситуациях. Много ли у вас друзей? Часто ли вы общаетесь с теми людьми, которые у вас где-то затерялись, ваших знакомых в этих социальных сетях, среди 500, например, там тысяч человек, с людьми, с которыми вы уже там 5-6 лет не общались. Что вы делаете, когда вас не поздравляют, так скажем, вы думали, ваш близкий друг или друг, который вас забывает про ваш день рождения, не поздравляет вас с праздниками? Как вы в этих ситуациях поступаете? Пропускаете или просто так? Ну, мимо ушей, так скажем, да, ну, не поздравил, не поздравил. Или все-таки у вас какая-то накапливается обида, или, может быть, как взрослый человек, вы просто считаете, что ну не поздравил, но ус намотал, так скажем, и вы эту ситуацию отпустили. Ну, вот, поэтому я и хотел с вами поделиться, как сделать правильно. То есть, ну, я поступок этот уже, так скажем, совершил, я удалил этих людей всех, мне просто интересно, что бы вы посоветовали в этой ситуации сделать. Ну, я так посчитал. Вот, поэтому сегодня такое небольшое видео, которое я хотел записать. Не знаю, получится сегодня записать мукбанг или нет, потому что мы сейчас едем по магазинам, потом едем к Юле на Рождество, там у нее гости, поэтому, скорее всего, я не настолько наглый еще влогер, ну и там люди не очень хотят, чтобы я это все снимал. Поэтому, знаете, насиловать тоже своим присутствием. Ну, мы поужинаем, там, по-моему, в 4 часа нас что ли позвали, и мы... поедем там по домам, так скажем, будем расходиться. Во сколько я приду домой, что я буду есть, я еще не знаю. Поэтому, если что, то извините, что не снял мукбанг сегодня. Всех поздравляю еще раз с наступившими новогодними праздниками, с Рождеством Христовым вчера, который был. Поздравляю с наступающим Новым годом по старому календарю. Всем желаю весеннего настроения, потому что сейчас наступает такая пора. Нудная немножко, как по мне, скучная, потому что зима, никаких праздников впереди практически нет, кроме вот таких, как День Святого Валентина и 23 февраля, но они не так широко празднуются, так скажем. Ну, я всегда в такое время настраиваю себя на позитив с тем, что скоро весна, с тем, что скоро снег этот начнет таять, день в любом случае идет на прибыль. По часам, по минутам, по секундам, но это все прибавляется. Я вас всех люблю, целую. Спасибо, что вы были со мной. Что тот, кто смотрит мои влоги, мои подписчики, мои зрители, обязательно ставьте комментарии, ставьте лайки, говорите о моем канале вашим друзьям. Жду ваши ответы на мои вопросы под этим видео. Ну и всем хорошего настроения, конечно же, как я желаю. Самое главное, здоровья вам и вашим близким. Я вас всех крепко целую, обнимаю. И с наступающей впереди рабочей неделей.